Подписчики, привет всем! Вот я еще один ролик хочу вам показать сегодня. Интересный очень, поучительный для вас, для всех. Значит, в чем он у меня заключается? Вот сегодня этот карбюратор я получил с завода, со сбыта. Вот этот карбюратор уедет скоро к своему хозяину. Ну, попросили, значит, надо посылать. Ну, неважно. Так вот, ребята, я хочу вам показать сегодня интересный момент. Я и сам об этом не знал. У меня просто научили там на сбыте. Скоро будет ролик, тоже выйдет нам подробно на эту тему. А сегодня мы вам прям покажем его в деле. Вот карбюратор. ТАЗовский. Упаковка ОТ. Смотрите. Всем все ясно, вы все видели, я уже все говорил. Вот тут есть такой ярлычок. Снимите вот тут поближе. Вот. Ярлычок такой есть. Тут вот клапан есть такой. По-другому без... разрыва этого ярлыка вы его просто не откроете. Ну, иначе нарушите просто эту, она очень плотно сидит. А теперь смотрите, интересный момент вам показываю. Вот здесь есть, помните, мы как-то играли там в игрушки, там лотерея мгновенная. Вот здесь есть такая вот серая полоска. Вот эту полосочку стираете, когда... Я помню, где-то, по-моему, на бутылках такие уже вещи стали в Казани делать там. Ну, вот это вот интересная вещь. Вот посмотрели, внимательно снимите тут. Вот. А теперь я покажу, как ей пользоваться. Ярлычок мы с вами видели. А теперь смотрите, ребята. Вот здесь есть наклеечка. Вот я сейчас возьму лупу. Вот наклейка, снимите хорошо. Наклейку. Сняли? Поближе. Сняли. Ну я сейчас почитаю, о чем речь. Смотрите, ребята. Проверка подлинности. Тут написано. Проверьте целостность коробки и защитной наклейки на клапане вскрытия упаковки. Вот мы вам смотрим. Целостность коробки есть. Далее. Сотрите защитный слой на наклейке. Ребят, вот я показывал защитный слой на наклейке. Вот он. Далее. Отправьте смс-ку с кодом изделия на номер 2420 и зайдите или зайдите на сайт там ну, тут можно, прочитайте, это пока не нужно вам. Вот тут есть сноска для Казахстана, для Украины. Ну, то есть, нормально все. Давайте проделаем эту вещь сейчас с вами. Вот я беру сейчас 10 рублей, как-то мы все время, и снимаю эту защитную наклейку. Мужики, слой защитный снимаю, смотрите внимательно. Снимаю, снимаю, очень хорошо снимается. Замечательно. Так. Так. Снимаю. Снимаю. Так, и читаю. Сейчас я... Сейчас, секундочку. Да-да-да, все видно очень хорошо. Все видно, сейчас я... прочитаю все это дело. Так, да-да-да. Так, раз, раз, два, три, четыре. Четыре по три. Двенадцатизначная цифра. Двенадцатизначная цифра. Сейчас я, ребята, все проделаю, как вы, как здесь было сказано. Так, смотрите, подписчики, мы с вами сняли защитный слой и увидели двенадцатизначное число. Вот сейчас я попробую все это воспроизвести. Я первый раз делаю, ребят. Первый раз. СМС-ки осылать умею. Беру свой телефон. Отправить СМС. Ставлю на цифры. Ага, сейчас ставлю. Так, пишу. 485. Далее. 620. Далее. 195-977. 195-977. Отправляю. А, на номер, да. Отправить. Тихо-тихо, сейчас, секундочку. Пишу номер. Пишу номер. Сейчас я найду. Номер 2420. Номер 2420. Пишу номер. 2420. Вот, смотрите. Четко. Видим? Отправляю. Оп. И ждем. Что нам скажут, ребят? Самому интересно. Первый раз меня научили. Вот запрос, все. СМС-ка ушла.
Сейчас смотрим, что он нам скажет. Есть. 2420 пришел ответ. Вы купили подлинную продукцию ОАО ДААС, Димитровградский автоагрегатный завод. Благодарим за ваш выбор. От 2420. Мужики, у меня возникла интересная мысль. А что если я сейчас вот, смотрите, как просто все сделаю. Возьму, положу туда контрафакт. Эту бирку никто не понимает. Заложу туда ее и проверю. Допустим, еще раз проверю, что мне скажет ответчик. Вот, смотрите, я вам написал номер. Сюда вот сними. Это не надо снимать, вот это только сними. Вот номер я на коробке. Кстати, все номера разные. На всех коробках, будь то 100 тысяч, будут разные номера. А номер, который нужно отправить, 2420, вот он один. Вот давайте я сейчас проверю, что мне ответит он. Скажет, что подлинную продукцию получили или нет. Тогда это все фуфель, я так думаю. Ну, я давайте посмотрим свои мнения. 485, 620, так, секунду, 620, 195, 977, отправить на номер 2420, так, и отправка. Смотрите, я еще раз это делаю. Что он нам ответит? Мне сказали, что платная там рубль, что ли, смс-ка стоит. Ну, ладно. Никто. Вот опять пришла. 2420. Пишем. Вы уже проверяли этот код. Мужики, тут не прокатит. Вы можете сами проверить, кстати. Вот, запомните этот номер. Проверьте. А пусть с другого, пусть проверят мобильного. Точно? Да, да, с другого мобильного, конечно, проверьте. Правильно говоришь, Леша. Правильно, дорогой. Вот только так и не иначе. И так на всей продукции ОАТ, не только ДААЗа, но и все продукты, что они выпускают, что и группа выпускает. Вот только так проверять подлинность. Это замечательно. Мне все понравилось. С вами был я, Наиль Порошин. Вот сегодня я показал вам интересную тоже вещь. Будете теперь вы тоже подкованные, не только я. Вот. До новых встреч, до новых роликов. С вами был я, Порошин Наиль. Всем привет.